Владимир Волков провел в Люберцах очередную встречу с семьями мобилизованных и добровольцев. Глава округа напомнил о мерах социальной поддержки, бесплатной юридической помощи и адресной доставки гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции. Есть вопросы, возникающие, которые нужно снимать очень быстро и оперативно. Поэтому сегодня мы их обязательно обсудим. Месяц назад в округе создана инициативная группа, которая собирает гуманитарную помощь мобилизованным и доставляет ее в учебные части, в которых люберецкие мужчины проходят боевую подготовку. Несколько партий гуманитарного груза уже передано. Одеты, обуты, сыты. То, что могли, сами передали. То, что просили с помощью администрации, была отправлена гумпомощь, мы тоже собрали. Это ребят, конечно, домой ждем с победой. Естественно, за каждую переживаем, молимся и... Обязательно пусть возвращаются с победы. Связь с мужьями, жены мобилизованных и добровольцев поддерживают каждый день. Олеся Давранова с супругом общается не только по телефону. Сегодня я еду в Беларусь к нашим бойцам, поднять им боевой дух, передать им продуктовую помощь, какие-то вещи личные, которые уже сносили за время боевых слаживаний. Жены, матеря передают сумки, посылки. И вот со всем с этим мы едем. Инициативная группа формирует следующую партию гуманитарной помощи для мобилизованных. Ее отправят на следующей неделе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.